У нас тут сложный нидл. Не стрима без прогресса, и этот стрим не исключение, потому что, ну, хотя бы первый сейф я уж я явно пройду, в принципе. Нельзя подальше сохранить? Ой, что-то я не готов не доиграть. Да, привет всем, кто подошел. Хрена себе. У тебя уже настолько график двинулся, что ты еще не допал. Стоп, а куда идти? Ну, закат уже давно прошел. Не, подожди, если постоянно ложиться с закатом и просыпаться с рассветом, то ты будешь очень мало часов года стоить зимой. Но я на себе не чувствую даже такое зимнее. Ну, то есть... Какая разница, за окном светло или темно. Есть просто... Примерно 8 необходимых часов для сна. И они всегда примерно в одно и то же время. А в остальное время я либо работаю, либо общаюсь с людьми. Или еще чем-то занимаюсь. Наитупейший триггер просто, самый тупой триггер в истории. Ну это как-то многовато, наверное. Ой, в смысле, сдохнуло. Зачем было такой тонкий триггер делать? Причем руки-то обычно же не бывают тонких триггеров. Это единственный тонкий триггер у него. Ну я не видел все его игры. Да ничего я вновь здесь и не закрепил, я уже забыл. В Нойзисе, кстати, по-моему, не было тонких триггеров. Там тонкие, как бы, прыжки, когда ты там бежишь, как бы, да, перед сами шипы. Но, Ну ладно, машина неправильно говорю. Там были, очевидно, тонкие триггеры, но просто они по-другому ощущались. Там как бы тонкость немножко по-другому выпишалась.
Ну блин. Ну я сегодня думаю, как бы программа, ну не то что программация, ну как бы хорошо было бы, если бы я сегодня 4 сейва прошел. Ну хотя бы один надо пройти, это по-любому. Я не чувствую что-то прям. Видите, да, у меня вообще не могу стабильно ставить на край. Хотя этот, ну, типа, это трэш, все вдруг я не вставал стабильно на край. То есть я как-то сейчас плохо внизу играю сегодня. Я забыл, тут ямы нету, да, вроде. Блин, вот это черное моргание меня вымораживает, если честно. Что-то я на первом прохождении как-то не замечал. Понятно. Не, ну если не умирать хотя бы на первом прыжке, то оно не так часто будет. Так я и так моргал, у меня глаза опять устали. Ну блин, работаю за компьютером и отдыхаю за компьютером. Надо что-то менять.
Ну, он очень быстро проходит мидл. И боссов, но он вообще все быстро проходит. Такой стиль игры. Он не умирает, но я заметил. Клавиатура? А почему он тут клавиатура? Как она у него может быть хуже? А я не стараюсь? Это как? Ну я не сижу, не обдумываю каждое движение, потому что я просто уже знаю, какими нужны движения. Поэтому я не останавливаюсь там надолго. Не готовлюсь 3 часа к прыжку. Я же уже знаю, что мне надо все. И как бы мышечная память у меня это есть. То есть мне нужно остается только сделать и проверить, получилось или нет. Нет. Как бы, я даже не знаю, как это сказать, чтобы адекватно было. Ну, если бы у меня было мало опыта, да, то я бы тоже расстраивался. Так надо сказать. А так, что мне расстраиваться, потому что я половину простого для меня сейва прошел. Ну не прям простого, но я имею в виду не какой-то дичи там. Это же не сотый экран там, в принципе, не две экраны. Понятно, что это не такой уж прям простой сейв. Ну, как бы, когда я на пятом сейве умру в конце второго круга, особенно на последнем прыжке, я, конечно, расстроюсь. Особенно если это будет на пятом часу стрима, или, ну, не стрима, а сейва. Но при этом ты говоришь, что Пикачу мало опыта, что он хуже играет, или там механика хуже, не знаю, это то же самое, что хуже играет или нет. И, но при этом он же, он вообще весь сингл пощелкал очень быстро. Он говорит, ой, офигеть, там некоторые сейвы до руки-то больше 2 часов проходил. Типа там 5-й сейв. Как бы это вообще нормально? Точно у него мало опыта? Ну почему тогда я с большим якобы опытом прохожу сейвы по большее количество времени? Либо в лучшем случае так же. Подожди,
Скажи, что это за заявление? И какая у меня сейчас трота плохая? Что я делаю неправильно? У меня должны, по-моему, пенотраты понятны. Так я все сейвы, по-моему, в эти, например, проходил. А какие-то у меня все траты были нормальные. Ну, единственное, что я отмену не делал на последнем сейве, ну уж как бы не умею. А по все остальные сейвы я нормально проходил, по-моему. Соб говна. Бетти? Нет, не, почему? Ты же сказал, что там должна нога выпирать. То я именно так оставал всегда, четко. Четко и ровно. Ну, что поделать? Ну, слушайте, сейф не проходится. Я, конечно, понимаю, что 17 минут всего прошло, но это типа сейф, который вообще самый простой здесь сильно. И как бы я ни разу даже не проходил диагональ. А тут я должен расстроиться. Да? То есть, типа, я недооцениваю сейф? Ну, он, по-моему, на первом прохождении у меня занял довольно... А сколько у тебя занял? А, непонятно, да? Сейчас так поспытан, не поймешь. Но второй экран у меня занял 1:20, получается. А третий экран у меня занял больше 3 часов, да, 3, ну, 3:20. Я, кстати, знаю, что наверху нужно трехкадровым прыжком прыгать, а не двухкадровым. Иначе это стринг полная жопа.
Почему у меня такие деревянные движения? Ужасно. Блин, у меня так плохо нидл идет. Кошмар, очень деревянно. Привет, Foreign Fly. Нахрена тебе. Внезапно. Я думал, для тебя это пока слишком сложно. Мне казалось, ты типа еще пока не настолько опытный игрок. Ты уже при Пикамире до Бакваша за 8 часов пришел. Ну, я так не могу. Ну, по-моему, где-то 15-22. И это не за присест. И даже если вычесть Гая, которого я 2 часа вспоминал и учил, да? И Shiny Bright, который мне занял 40 минут. Допустим, они каждый был бы с первой попытки, да? Ну, если там, допустим, подтренил, да? То, как бы, ну, это все равно было бы 12 часов. Ну, я понимаю, что это процесс. То есть у меня чисто мидл там больше 10 часов. И опять же, это не за присед. За присед там бы уже усталость бы сильно сейчас сыграла. Да, не бегай в 5.40 утра, а то пациентам до кура ставишь. Я не понимаю, очень плохо играю. Просто нидл не идет. Стабильности 0. Что-то я же могу потренить. Талайн хоть и важен вообще. Вот, почему я не могу это пройти? Блин, неужели сегодня день какой-то плохой?
не те биоритмы. Он просто не был ужасно нестабильный. Хотя, по-моему, сейчас чуть-чуть получше стало, чем когда я только запустил. Но все равно... Такой простой прыжок. Я ни разу не смог пройти до сих пор. А еще я нестабильно стою на край возле яблочка. Но почему? Это же не особо тонко. Ну спрыгай ты вовремя, то есть сдвигайся. А там же еще есть прыжок после этого. Сейчас после вот этого вита еще можно умереть. Лучше не надо, я согласен. Я не понял, я сошел? Ну я второй прыжок не почувствовал. Я все-таки умер на последнем прыжке. Ретро такое, спасибо. Ну это еще вчера. Ну, стрим не без прогресса. Хорошо, продолжаем. Ну да. Ну, я типа как прошел, я немедленно выключил. Так, что-то не получается. Что-то так сложно. А какую трогать?
Просто когда я первый раз проходил, я тоже это много чего изучал, там страты, какие-то там точные позиции. Но сейчас-то я просто прохожу, да, просто казуально. То есть я должен просто запустить, нажимать какие-то кнопки, полагаясь на мышечную память и опыт. И чтобы оно как бы само все прошлось. Не должен искать что-то сейчас или смотреть видео там. До сих пор этот принцип подвел только на Дорупе, под конец я задолбался уже вспоминать, один раз глянул все-таки видео. Ну и, я не знаю, считается или нет, но как бы на мини-играх я использовал калькулятор и картинку с сапером. А все остальное я просто кто-то запускал и проходил. Ну вот вон для Редайра полезная информация. У него вообще нет понятия режим сна. Видите, даже зря. Привет, Игорь. Ну, прочитав, один раз-то это ерунда. Это проблема, когда на постоянке. Спасибо, Игорь. Ну... ну так. Третий. В принципе, видишь, как бы сейф прошел. Ну, конечно, депрессия, потому что ты понимаешь, что там изложены факты, и они тебя касаются, и... как бы, чтобы они тебя не касались, тебе придется, надо делать усилия над собой. А не пускать на самотек. Привет, хай. Нет, там просто Дакура расписал, почему плохо сбивать режим на постоянке. Привет, Ник. Жесть, что-то. Мне кажется, Декор, ты мог бы написать просто, что, мол, у меня медицинское образование, и я точно знаю, что это вредно. Мне кажется, что в целом этого было бы достаточно. Ну как хорошо. Пациентом ты докуровским вряд ли станешь сразу, но очевидно, что это все равно не совсем хорошо. Как минимум,
ты не приходишь на фильмы. Это очень плохо. Так там не аниме должно было быть, а кино западное. Ну, потому что аниме в говне, конечно, просто ничего хорошего в этом году не сняли. Я не дропнул хайп пока что. Ну, у нас просто осталось мало, поэтому мы решили на два дня все как бы компрессировать. А чё так сложно? Кринжовое? Ну, может быть, ты кринжовое аниме смотрел? Потому что я точно знаю, что есть не кринжовое аниме. Их надо искать, конечно, но не есть. Нет, мне не надо искать. Это я в плане... Там написали, что... Кринж один, типа, понимаю. Я-то так не считаю. Ну, то есть, кринж есть. Во-первых, я как бы иногда и смотрю, кринж бывает. От настроения зависит. Но есть не кринж. Я много посмотрел, уже не кринжа. Блин, вот этот сейф очень сложный, пипец. Ну, смотря что считать сиквелом. Бывает, когда просто история как бы раздроблена там на сезоны. Одна целостная история просто, да, как бы она длинная. То это считается сиквелом, там, вот эти вторые сезоны и дальше. Потому что они, очевидно, как бы, они не то что осмысленные, это просто, это даже... Это как бы, не, это даже не сиквел, это просто тупо продолжение. А бывает, когда как бы, вроде бы, основа... Изначальная, как бы, история закончилась, но придумывают еще что-то. Это может быть осмысленным сиквелом. Либо не осмысленно.
Ну, Кинсоумен, конечно, ажиотаж был просто абсолютно не соответствующий содержанию. То есть это просто, ну, неплохое, да, норм, аниме, но, блин. Я ожидал, судя по ажиотажу, что оно прям какое-то мега уникальное, разрыв шаблона. То есть, типа, это была ощущение, будто бы, знаешь, она ведь один из таких сериалов, где, типа, ой, ты знаешь, там такое, да, вот, из таких. Но на самом деле там такого бы нету. Она просто, ну, неплохая, но все. Ой, да такой-то разрыв шаблонов, то вот о чем ты говоришь. Не прям. Особенно с учетом, что считаешь, что там как-то откатили все назад, да, по большей части. Да блин, ну этот край, кстати, это ужасно просто. В конце сейва. Ну как в конце? Ну, во второй половине. А они пойдут? К тому же, ну мы это же уже обсуждали, да? Почему мне именно не нравится? Если ты вспомнишь, что я говорил, то как бы, ты поймешь речь не об этом. Мне повороты нравятся, ну как бы, могут понравиться, крутые, но дело в подаче. Стоп, тут нет блока, это же не К3 изи. А какой там онлайн-то диагонали практически? Там никакой, там все плохие. Редайра, ты начал читать второй сезон и понял, что он бессмысленный? Или ты вообще даже не притрагивался и просто, типа, не читал, но осуждаю? А, ты не осуждаешь? А как тогда? Когда полностью выйдет, ты читаешь? Ну да. Ну это странно, то есть не очень понятно. То есть тебе понравился первый сезон, но при этом второй ты даже не смотрел, ты его не осуждаешь, но никогда не будешь читать. У меня как-то не складывается картина.
Ну ты же не проверял. Так, в смысле, ну просто будет считать для тебя это не каноново все. Так было с Final Fantasy 10 игрой. Типа мне сама 10 часть понравилась, даже очень. А там они еще сделали 10.2, но я вроде уже рассказывал эту историю, но сейчас просто в тему напомню. Потом вышло 10.2, так называемое. Это чисто, короче, фан-сервис с глупым очень сюжетом, высосанным из пальца, мягко говоря. Я ее прошел там не на 100%, так просто до титров, да, минимально. И я вообще считаю, что это полный бред. И как бы я считаю, что это просто не канон. Ну, лично для себя, по крайней мере. То есть это просто какой-то высер. Ну, там только геймплей хороший, но вот именно в плане там сюжета, истории, вообще жесть. Ну и как бы ничего у меня. При этом я к основной 10 части отлично отношусь. Ничем у меня не подпорчено впечатление. Просто какую-то фигню выдумали дополнительную, ну бывает. Чья-то фантазия просто разыгралась, так скажем. Ну смотри, у меня как бы вот есть такое примерно разделение в плане сиквелов законченных историй, да? Бывает, когда историю вроде закончили, но потом автор, да, допустим, там, почувствовал деньги или еще что-то, ну по какой-то причине, да, просто захотелось сделать продолжение. И он как бы высосал из пальца, будто бы на самом деле история не закончилась, да? Вот такое мне не нравится, конечно, это плохо. Ну, как правило. Может быть, есть какие-то исключения, но как правило. Но есть другой вариант. Когда история закончена, но мир продолжает существовать, персонажи продолжают жить, и, в принципе, почему с ними не может произойти еще какая-нибудь история? Просто позже по времени, да? Как бы... Ее не надо там высасывать из пальца или еще что-то. Это просто будет те же персонажи, с ними дальше еще что-то там приключилось, да? В принципе, такое нормальное. Но если они заранее вставляют, то как бы... Ну, это может быть сделано как плохо, так и хорошо. Но, в принципе, если заранее вставлено, то, скорее всего, хотя бы не будет противоречий жестких. И это не будет чувствоваться, будто это прям вымучено. Ну, опять, ну, это все зависит от конкретного случая. Бывает и плохо, конечно.
Блин, как хорошо, что мы нашли о чем поговорить, потому что этот сейф просто, конечно, ужас. Ну, блин. Причем я, несмотря на то, что я болтал, я как бы за сейвом я следил. У меня, в принципе, стабильность-то вон возросла. Ну, я пытался. Ну, стабильность, конечно, у меня так себе, но не для... Если бы я постоянно доходил до диагонали, ну, которая вот в конце прыжок, то, конечно, ну, я бы уже, я думаю, прошел бы. А я вон, я не могу, то есть у меня постоянно смерти, то я не могу на край стоять. Я на вот этой диагонали умираю. То я там на гейтах внизу умираю, ну в середине. Но как бы я видел, что этот сейф стабилизирует и типа там за несколько попыток проходит. То есть у меня пока по сравнению с тем вообще очень плохо. Я уже тут держу, наверное, час. Ой, я уже так отвык от оценок аниме от Максима. Но у нас теперь есть оценки аниме от Вячеслава. Есть, фух. Второй сейф пройден.
Спасибо. Этот сейф самый худший на ракете, вот этот третий. Ну, надо его пережить. Ну, как скилловый, смотри, я отыграл сколько? Я всего лишь на 30 минут быстрее прошел, чем на первом прохождении. А, на час 30. Ну, все равно. С какой точки там ждаю? Можешь напомнить или кто-нибудь? Я имею в виду страта через полный прыжок. По-моему, надо, чтобы пистолет был на уровне блока. Или в верхней части. Тактика? Нет, скорее всего, ниже. Ага, на миллиметр ниже блока. Ниже нижней части блока, в смысле, то есть вот, вот отсюда, видимо. Блин, такая хрень. Я бы Зимодди первым делом это выпилил. Это просто чушь полная. Интересно, это Рукита сделал? Или это уже фамилия? Насколько я помню, в Discord Makers во втором, кажется, Рукита сделал зону, и она была полной катастрофой. Так что, в принципе, наверное, Рукита мог и такое сделать. А тут, наверное, можно с пола, да, прыгать? 4 блока полным прыжком, наверное, перелетать или полным не получится инверт перелететь. Все-таки, наверное, я правильно делал, да? Что это? А, тьфу ты, это манга? Я думал, фангеймы. Да, я за последние где-то полгода только фильмов посмотрел, которые я раньше
ну, которые очень известные, там, типа, платиновая коллекция мирового кинематографа, но при этом я их не смотрел. Я же очень, очень не эрудированный в плане фильмов был, по крайней мере. Сейчас я уже получше стал. Это... Ну, у меня там еще где-то фильм от 40 сейчас висит. Вот впереди. Ну, блин. Да, удачи, Декор. Ну, сейчас понимаю, почти ничего не показывают. Все, кто делает хорошее аниме, они куда-то сгинули. Поэтому, да, я как бы фильмы тоже смотрю. Не, я там, у меня пока есть там 10 сериалов, которые в аниме я смотрю. 11. Но... Именно из новых, там почти ничего реально хорошего нету. Но я один смотрю старый. Он, ну, типа, офигенный. Но это старый. Вальды? Мало. Сериалы не аниме? Нет. У меня был в очереди Экспанс. Но он выбыл. Да, Шимапан меня уговорил дропнуть Экспанс, несмотря... Потому что, блин, Братислав, он... максимально незаконченный, там нет финала, там просто обрывается прям с начале арки, и продолжения никогда не будет. То есть максимально просто плохо, просто максимально ужасно. Ну вот, как бы, собственно, это все, что мне сказал Шимапан. Он ничего не говорил там ни про сюжет, ничего, просто сказал, что там тупо обрывается повествование просто на полусловие, и все, и как бы нового сезона не будет. И как бы это максимально кринж, и ну, я решил, что нет, тогда не буду даже начинать. Last of Us? Last of Us я, кстати, посмотрел бы. Last of Us, в принципе, хорошая история. Ну, а как можно не суметь полный прыжок нажать? Ну, сейчас полный точно держал 100%. Блин, такой скрип этой экономики. Полный цепчал.
Тоже полный был. Там, по-моему, надо не на миллиметр ниже. Я довольно. Я помню, сейчас сильно был ниже блока. А электронумер верхний шип. Это полный был. Ну блин. Не понял. Я настолько низко был. Причиночка. Я прям, по-моему, я во время банка прям нажал второй прыжок. То есть рановато. Ну блин. Ну, я уже доволен, что я дошел до третьего сейва, даже если я на нем выключу, в принципе, нормально будет. Что ты не можешь?
такое. Время 20-24. Мне кажется, что четвертый сейф не так уж долго будет. Ну, не знаю. Я по какой-то причине себя относительно уверен в том, что в плане четвертого сейва. Там вроде как бы... Там единственное, только вспомнить страту на эту пирамидку, как там правильно. Если ее вспомнить, то все остальное, по идее, на мышечной памяти должно играться. Блин, это вообще не стабилизируется. Я не понимаю, мне кажется, что я прыгаю слишком низко, с низкой позиции, но я не долетаю. Но это не спидран, как в заголовке стрима все написано. Но до конца... Ну, в принципе, вот по сплитам видно, там сейчас все сплиты видно. То есть... Ну, как бы, я уже большую часть игры прошел, но еще прилично, в принципе, до конца. Ну реально 30 часов на таймере. То есть у меня есть 20 часов, меньше 20 часов, чтобы отсюда до конца дойти, если я хочу 50. Вообще звучит реально на самом деле. Вполне вроде бы реально. А сколько у меня отсюда до конца в первом прохождении заняло? А, у меня при первом прохождении чуть больше 40 часов отсюда до конца было. При этом я Сайбера проходил 9 часов. Ну короче, да, сап 50 вроде бы прям легко должно быть. Посмотрим. Thank you.
это рандомит, только говно. Проблема в том, что я ноги-то туда не вижу. Я пытался, я последний попыток 20, наверное. Я пытался не на ноги, но это тоже не приводит ни к чему. Совершенно не чувствую, с какой высоты надо прыгать. И не могу балансировать. Чуть выше. Это уже слишком высоко. И где там эта разница? Буквально кадр там, я не понимаю. Это слишком было высоко. Да почему я в этот шип улетаю? Странно, непонятно. Я бы уже не успел, конечно, но хотел бы потренить. Разводить не затренить. Thank you.
Я думал, может первый прыжок полным делать, чтобы сетап и стринг был одинаковый. Но тогда мне что-то вообще мало времени среагирует на то, что когда второй уже. Потом, ну тоже такое. Можно, конечно, в теорию вот тут ямку падать и делать двухкадровый прыжок, но это будет нестабильно тоже очень. Одно неловкое движение и все, минус попытка, даже на легких крючках. Да как он так улетает-то? Просто в космос. Я не понимаю, почему он просто в шип здесь улетает. Я даже не полный прыжок нажал. Ну блин, могли окно хотя бы чуть-чуть на кадр больше сделать? Ну это издевательство. Просто рандомишь себе. Ну я не знаю, до какой степени надо затренить. Ну тут еще надо зрение хорошее. Не фиг знает, чтобы это стабилизировать. Thank you.
Ну, конечно, очень плохой сейф, у меня прям... Там что-то аж настроение как-то убилось. Прям настолько неприятно проходить. Ну, оно на первом прохождении было таким же. Ну, на первом прохождении у меня хотя бы была мотивация, что ну вот, я прохожу сложную игру первый раз. А сейчас, как-то, ну... Ну, проблема второго прохождения. Не, ну это проблема этого сейва, а не проблема второго прохождения в первую очередь. Хороший сейф, его и второй раз пройти приятно. Даже сложные. В принципе, к прошлому сейву я почти не имею претензий. Ну, так, плюс-минус. Ну, он адекватный. Он сложный, но он типа адекватный. Да, были. Ого, спайк вроде. Сколько можно? Почему я не могу этот прыжок пройти? Это же, по идее, даже не сложный прыжок какой-то. То в одну сторону, что в другую, этот инвер просто вымораживает. Блин, очень мне не нравится рандомить, ну вот это вот прям, ладно, когда от меня что-то зависит, да, там сложный сейф, там сложные прыжки, ну просто, ну удача, прыжок, ничего. Thank you.
Я, конечно, понимаю, что если бы я умирал только на этом прыжке, то я бы уже прошел, ну, это, в этом и суть, что сейв сложный, и тут еще и такой прыжок. Значит, пропихнул. Я не умею ее делать. Ну как? Я, конечно, типа там теории знаю. Это мне вообще не получается. А как она? Ну вообще на этой клавиатуре не работает. Я не понимаю, что ты от меня хочешь. Движение невозможно, у меня рука занята. Так у меня механически. Тут все нормально работает. Ничего не залипает, так далее. Можно, конечно, попробовать... Янку, ну... Хз, какой там лучший алайн? Вроде бы надо, то я правда не помню, я выбираю или нет. Нет, в окошке. Ой, не, ямка, это еще более бесячая. Ну, ты же спидранишка, три, правильно? Как и все остальные конгейны.
Получается, спидран FTFA будет, да? Спидраны Crimson Needle по тех трех. Ну что значит из тех трех? Спидранером года не станешь, если ты все три не пробежишь, и ФТФА, и К3, дебосраши, видимо, хотя бы. И что там еще есть? Наверняка там очень много можно найти веселого. Какие-нибудь Эл Нидлы наверняка может даже есть. Может там Бигфут Мейкерсы есть какие-нибудь. Я устал уже. Ну, охренеть выматывает. Вы понимаете, да? Почему... какая огромная разница между тем, чтобы просто пройти эту игру, даже второй, третий раз, четвертый, неважно, да? И тем, чтобы это спидранить. У меня вот сейчас... Я играю меньше 2 часов, в это в руки-то только, да? И я уже все, я уже устал. Охренеть. А представляете? В начале до Boss Rush пройти, это уже жесть, да? Пройти Boss Rush, клюку, потом мини-игры, как-то не сдохнуть на них, потом такой лунар нарандомить, бейтить вместе с последним сейвом, не забыть до руки, ну это ладно, это более-менее, наверное. И вот после этого еще руки-то вот это вот все проходить. Ну и потом все остальное. Ну то есть я вообще, ну, за пересердцами. Я не представляю. Ну так ты же не все категории всех подгеймов бегаешь. Правильно. Категории. Подожди, а почему тогда К2 ремейк ты только до Boss Rush добежал и сразу же выключил? Подожди. А, подожди, но ты никогда не прибежишь все категории. Это невозможно. Тебе придется 3-ю Камилию на 100% уже. И это возможная категория, но технически. Так что ты не можешь ее выкинуть. Thank you.
А, так ты не станешь спидранером года, ты же не завершил. Не, ну в смысле, ладно. Я уж не знаю, как там, кого назначит, ты, может быть, и станешь. Но я имел в виду, что до следующего награждения ты не выполнишь это. Ну, понятно, это неинтересно. Я думал, задумка в том, чтобы реально выполнить это. Ну, блин. Ну, это странно, блин. Привет, Фаридис. А по какому принципу ты отсортировал? Ну, ты не написал. Я думал по сложности, но вряд ли ты уже все легкие заспидранил, которые легче, чем К2 ремейк, ты бы сразу. Надо К2В добавить. Инспидран. Ну да, и максифайт так и тоже. Интересно, у них осталось какого-нибудь запись? Хотя бы одного. Не, я очень устал. Ну я просто очень устал. Я все не могу играть.